А то, что мы сегодня подписали на нашей площадке сегодня такое соглашение, оно прежде всего обязывает всех участников этого процесса самим соблюдать правила и требования законодательства, которые сегодня определяют всю структуру и весь алгоритм проведения выборов, как непосредственно голосование, так и подсчет голосов. Это одна сторона медали. Вторая часть этого вопроса. Все-таки общество, оно как бы должно контролировать соблюдение законодательства теми должностными лицами, которые назначены, которые выполняют непосредственно функции проведения выборов. И без этого контроля, гласности этих процессов, всегда возникает то, о чем я сказал вначале. У кого-то сомнения, особенно у проигравших, что тут нас как-то обошли и сделали что-то не так. Поэтому все основания для того, чтобы эти риски все минимизировать, они как раз лежат в этом соглашении. Все участники процесса берут на себя соблюдать законодательство, не использовать всевозможные нарушения, которые сегодня известны и неизвестны. Это то, что сегодня и Общественная палата, и Ассоциация юристов России, Саратовское отделение и другие общественные организации, которые стали подписантами этого соглашения, берут на себя обязанность, в том числе, и берут на себя ответственность в том, чтобы обеспечить соблюдение на всех этапах голосования исполнения законодательства. В реальности я не исключаю, что, возможно, будут какие-то отдельные жалобы, отдельные, недовольства кого-то. И сегодня, в частности, звучало не совсем по теме нашего сегодняшнего вопроса, такое замечание. Мы видели, как проходил праймерис в «Единой России», были тоже недовольны какие-то нарушения. Поэтому такие нарушения, естественно, будут. Но еще раз подчеркну, чтобы не было системных, таких продуманных и явно выраженных нарушений, которые приведут к искривлению возле граждан, мы будем стараться этого не допускать. И будем принципиально рассматривать любые нарушения, независимо от того, какая политическая партия допустила такие нарушения. В отношении закона все находимся в равных условиях и должна быть равновеликая ответственность за свои нарушения.